Рекомендую канал Ёжика. Там вы сможете посмотреть в бою еще не вышедшие на наших серверах танки, а также другие развлекательные и познавательные видео. Ссылка в описании. Здравствуй, мой дорогой зритель! Тебя приветствует сантехник и очередной выпуск передачи «Стадо мечты». И начнем мы, пожалуй, с карты Малиновка, где, ну как правило, все стоят в кустах, какой-то кустодрочь сплошной. Арта здесь решает просто по головам сразу двоим. Ничего нового. Позиционочка, перестрелка, раки в кустах. Все как положено. Все как полагается. Некоторые, вот, например, елочка вообще без кустов стоит. А зачем кусты? Ее и так никто не видит. Особенно мне нравится вот этот японский тяжик, который стоит у себя на базе и настреливает куда-то вдаль. Интересно, если его засветят, он что будет делать? Он будет танковать? Ну да, возможно. А что насчет арты? Арту тоже танковать? Эх, я думаю, тут артиллеристы все сразу, ай, руки просто потерли, эх, меня бы в этот бой. Ну да ладно, давайте посмотрим, чем все это закончится. Красненький тут последний маячит на горизонте, ну, наконец, добили. И тут до зелененьких, которые стоят в кустах, резко доходит. Доходит то, что красные за коровниками закончились. И посмотрите, это как тараканы, когда включают свет, они разбегаются в разные стороны. Эти нет. Эти роем отправляются просто в чистом поле, ровно по центру, на базу красных. И как вы думаете, что будет? Они просто задавят красных авторитетом. Реально авторитетом. И красные ничего не успевают сделать, они даже не успевают сбить собственную базу. Зеленые ее забирают. Внезапно, просто в секунды, и победа. В продолжении истории карта Карелия. И давайте посмотрим за вот этим королевским тигром. Хотя нет, пока еще рано. Давайте посмотрим вот на этот балкончик. И на секундочку представим, что это театр. А это балкончик театра, с которого прекрасно видно сцену. Ну, при помощи каких-нибудь оптических приборов, но прекрасно видно. А вот это вот единственный актер театра движется на сцену. Движется, движется и понимает, что его никто не поддерживает. Все решили быть зрителями. Да, там справа двое, там слева двое. Но давайте оглянемся в зрительный зал. О-о-о, да здесь нет свободных мест. Все билеты проданы. Зрители уже запаслись своими оптическими приборами, биноклями и наблюдают за единственным актером, который вышел на сцену. Тот тем временем не теряется. Находит противника и здесь устраивает экшон. Экшон, у него экшон. Так, нормально. Одинокая цель, хорошо, все очень здорово. Какое количество раков у зеленых, понятно. Теперь давайте посмотрим на красных. За их действиями следим внимательно. Внизу упал тигр, внизу упал Т-69 красный. И тут приехали помощнички. Так, надо помочь 69-му, правда ведь? Надо 69-му помочь этого браконьера, тигра уничтожить. Так, понятно, КВ-3 тоже отползает в ангар. Отлично, так, минус 2. Так, зрители уже начинают потихонечку немножечко хлопать. Так, прекрасно, следующий. Так, зрители уже встали с своих мест, начинают аплодировать. Теперь они аплодируют просто стоя и орут в голос. Кричат «Браво!» Так, кто следующий? О, еще один претендент. Еще один актер нашего бродячего цирка. Так, здорово. Отлично. Так, минус 5. Хорошо, прекрасно. Здорово. Ой, и еще один Кромвель. У остальных не получилось. Но у тебя-то обязательно получится. Я в тебя верю. Нет, и у этого не получилось. Беда, печаль. Вот такой вот у нас зрительный зал сегодня образовался.
Я бы никогда бы не поверил, если бы мне про это рассказали. Но увидел как бы своими глазами. Обратите внимание, счет 8-2. 8-2! А вот эти вот чуваки все еще сидят на базе и насиживают яйца. Хотя режим за атаку. Они должны атаковать. Они атакуют сидя в кустах. Настолько привыкли там сидеть, что даже не собираются никуда смещаться. Но, тем не менее, представление все-таки получилось. Цирк уехал, а клоуны остались. Ребята, срочно освободите руки, потому что вам нечем будет хвататься за голову, когда вы это увидите. Поверьте, это хит. Ничего интересного в самом начале, просто разъезд союзников. Это Химмельсдорф, встречный бой, все нормально, сейчас будет бадание на горе, первым выезжает Борщ. Борщ показывает суперскилл, как слиться меньше, чем за одну минуту после начала боя. Он только вылез, прошло сколько там, 40 секунд, своеобразный рекорд. Ну ладно, тем не менее, бой продолжается, смотрим, что сейчас будет. Не у всех хватает углов вертикальной наводки, не у всех хватает брони, чтобы здесь подлезть, потому что красненькие уже заняли позиции. Красненькие ждут, но вот что-то вот они понимают, что зеленые выезжать не торопятся. Ну, если гора не идет к Магомеду, то Магомед идет к горе. Там Артулька начинает накидывать уже красненьким, подгоняя ее вперед, и здесь их встречают, но, оу, что это? Ребята, здесь все! Здесь просто все! Да, там возле базы, там один маячит. Ну, ладно, без одного все. Все решили побыть на горе. Но их тут достаточно дружно встречают. Скажем так, половина команды вполне нормально. Так, давайте посмотрим, что будет дальше. Красные подкатились. Так, отлично, арта работает. Хорошо. Так, первый пошел. Т-34-3. Так, наверное, все-таки пропало желание. Пропало желание, заплати налоги и живи спокойно. Так, Яга 8-8 рашует. Яга, молодчага, давай, вперед, у тебя получится. Нет, не получилось. Так, кто там следующий? Так, хорошо. О, группа в полосатых купальниках прорывается вперед. Смотрите, как эпично. Один умирает от тарана. Нормально. Т-34-3 мало получил, чувак. Тем не менее, суперпершинг заехал им за спину. Запомнили этот момент, да? Запомнили, хорошо. Так, следующий. Дальше. Так, союзный суперперш там расстреливает аккумулятора. Так, еще один суперпершин красный получает. Хорошо, замечательно. Вы хоть одного зеленого убьете здесь или нет? Ну давайте же уже, ну вы уже столько потеряли, давайте. Нет, не убьют. Так, где там наш суперпершин потерялся? А, он наткнулся на стену непонимания со стороны ПТшек, которые стоят в бутылке. И как бы заехал за спину этим ребятам зеленым. А вот что с этим делать, с этой ситуацией, он так и не понял. Я совершенно согласен с тем товарищем, который вот в чат написал вот это. Потому что у меня просто нет слов, как они это делают. Ну как вы это делаете, боже. Да, суперпершинг вернулся, да, молодец. Аплодисменты, да, дружище, да, именно так. Это был твой звездный час, это лучшая твоя игра. Ну и здесь двое оставшихся красненьких, которые, ну, более-менее еще тут что-то еще смогли сделать, еще даже кого-то пристрелили. Но в целом это просто какой-то кошмар. Какое счастье, что меня не было ни в одной из этих команд. Я бы, наверное, бы порвал живот от смеха. Ну, если бы был за зеленых, конечно. Ну и последний реплей на поржать. У нас Т-71, лидер профсоюза мусорщиков. Он пытается залезть на какую-то помойку, свалку. Там что-то горит, какие-то там отходы. Ну, короче, черти что. Но, тем не менее, он пытается туда взобраться. Ощущение дежавю, правда? Это уже другой реплей. Здесь ВЗшка
Китайская ВЗ-шка сюда уже взобралась. И она здесь троллит противников, которые со всех сторон пытаются найти вход. Как же оно туда заехало? Ну, если оно туда заехало, значит и мы сможем. И мы сможем его уничтожить и покарать. Но нет, так и не получилось. А теперь вернемся к 71-му. Тут все гораздо более забавно. Его окружили со всех сторон. Так, СТ-1, обратите внимание, где СТ-1. Так, где аккумулятор? Сейчас остальные подъедут. Так, Батчат приехал, хорошо. Так, ищем вход. Так, Центурион, вроде бы хороший игрок. Так, ну-ну-ну, давайте, соображайте. Как же он туда заехал? Ага, не, давайте паровозик соберем, да, так проще. Во-во-во, самое правильное решение. Это нужно подсадить туда шотного Батчата, картонного, и на один выстрел от 71-го. Правильное решение. Так, Центурион нашел лазейку. А, ой, нет, там тоже тупик. Ай-яй-яй, а как оно туда залезло? Так, хорошо, так, давай, с разгона у тебя получится. Так, хорошо, пробуем на зубок вот эту вот переборочку. Так, 71-й там огрызается, нашел дырочку. Через дырочку кого-то там постреливает. Так, хорошо, СТ-1 приехал. Так, давайте, ну давай, Батчат, давай мы тебя туда затолкнем. Не получается, да? Ну хорошо, тогда ты меня затолкни, давай, поменяемся. Ну вот примерно так. И вот этим они занимались целых 5 минут. Ну да, очень разумно. Ладно, ребят, на сегодня у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну а пока. Пока.